вами Снежана, и вы на канале Снежана Снежок. И сегодня я вам расскажу и покажу, как сделать бомбезное видео. Как сделать двойника или тройника. Короче, очень много себя. Лучше посмотрите мой пример. Для этого видео нам понадобится приложение Лайк или ТикТок, где мы снимем наши видео, или обычная камера. И я вам покажу, как это можно смонтировать в Кайнмастере и в Ghostlands Art. Ну что, погнали! А перед тем, как мы начнем, поставь лайк этому видео, подпишитесь на меня в лайке и на меня в ТикТоке. А теперь погнали! Для начала зайдем в Snapchat. Нажмем на смайлик. И у нас снизу еще один смайлик. Нажимаем на него. И ищем эффект Higher Color. Нажимаем на него. Вот, смотрите, у меня крашеные волосы. Ну, как крашеные, эффект такой. Нажмем на настройки. И здесь можно включить глаза. Нажимаем там, где написано по-английски Eyes. И вот, смотрите, теперь у меня голубые глаза. Нажимаем на наше видео. И теперь запишем маленький кусочек, так, чтобы наше видео сохранилось. Вернее, так, чтобы наш эффект сохранился. Снимем любое видео. Коротенькое. И теперь нажимаем на стрелочку. Нажимаем «Сохранить». На крестик. Выходим. Еще раз выходим. И вот, смотрите, наш эффект сразу же наложился. Нажимаем снова на настройки. Там, где написано «Eyes» по-английски, включаем. Опускаем этот ползунок. Смотрите, какие у меня яркие волосы. Опускаем ползунок и выбираем цвет глаз. Здесь есть красный, розовый, фиолетовый, синий, голубой, зеленый, желтый, оранжевый и красный. Давайте я выберу красный. Вы можете выбрать тот, который вам больше всего нравится. Нажимаю на свое видео. Ставлю сюда телефон. Ставлю телефон на штатив. Зажимаю кнопку «Снимать видео». И у нас там есть замочек. Опускаем туда палец. И теперь мы будем снимать видео без рук. Запомним музыку и делаем под музыку. Или можно включить музыку на другом телефоне. Так, теперь снова нажимаем на настройки аккуратно, не дергаем телефон и выбираем другие глаза. Ну, например, синие. Вот. Нажимаем на видео и снимаем вторую часть. Видео. И у нас там есть замочек. Опускаем туда палец. Это вот достаточно. И теперь мы будем снимать видео. Можно выключить звук, он же нам все равно не нужен. И теперь нажимаем «Сохранить», нажимаем на стрелочку. Вот и все, наше видео сохранилось. А теперь можно приступать к монтажу. Или можно снять еще одно видео, только с волосами. А я буду приступать к монтажу. Для начала зайдем в Snapchat и сохраним наше видео. Нажимаем на такую как бы снизу галерею. Снизу кружочка. У нас открывается меню и выбираем нужное видео. Нажимаем на три точечки и экспортировать снап. И потом нажимаем сохранить снапы. И сколько мы снапов сняли? У меня 6. Подождем, пока наше видео сохранится. Теперь у нас сверху написано «Сохранено». Значит, наше видео сохранилось.
Теперь мы выходим со Снапчата и заходим в KineMaster. Нажимаем на плюсик, выбираем размер 16:9, мультмедиа, все. Наше видео сохранилось маленькими кусочками. Теперь давай нужные кусочки видео, там, где мы делали нужные движения под музыку. Я добавила свои только первую часть, потом добавлю вторую часть на слой. Обрежу ненужную часть в конце и в начале. Просмотрим, нет ли ничего лишнего. Нет, поэтому возвращаем на начало, нажимаем слой, мультмедиа, все. И добавляем нашу вторую часть. И теперь тоже подстраиваем. Нам тут не хватает маленького кусочка, но это ничего. Увеличим наше видео до нужного размера. И теперь нажимаем слой, мультмедиа, все. И добавляем вторую часть. И обрезаем ненужную часть в конце. Обрезали ненужную часть, а теперь увеличиваем до нужного размера. Нажимаем обрезка и обрезаем. Можно включить маску и построить размытие кромки. Также сделаем с другим слоем. Включаем маску, обрезаем и делаем размытие кромки. А теперь подстраиваем. Разрежем и подстроим обрезкой, потому что видно переход. Так, разрезаем каждый раз в нужных местах, где я залажу за линию. И подстраиваем. Также так, чтобы особо не было видно перехода, нажимаем на настройки и поднимаем яркость. Так сделаем и с видео, и со слоем. Вот и все! Получилось очень круто! Теперь нажимаем на стрелочку в верхнем правом углу «Экспорт», «Пропустить». И подождем, пока наше видео экспортируется. Вот и все. Наше видео сохранилось. И смотрим видео первого лайкера. У тебя очень круто получилось! Продолжай в том же духе! От меня лайкосик! И смотрим видео второго лайкера! Вау! У тебя нереально круто получилось! Продолжай в том же духе! От меня огромный лайк! На этом все. Я думаю, видео вам очень понравилось, и оно было вам очень полезным. И вы снимите подобное видео, а когда снимите, пишите хэштег «Снежана Снежок» и хэштег «Хочу видео Снежаны». Я вас найду и лайкну. Всех люблю. Пока-пока.